Давайте мы сейчас назад оглянемся, и все, что было здесь, нам вдруг вспомнится. Как расписание было урока тьма, как педагоги вели нас до ума. Мы помним, как все начиналось, и вспомним, конечно, не раз. Надолго все с нами осталось, как первый учитель вошел тихо в класс. Сидели притихшие дети, шел жизни наш первый урок. Запомни мгновения эти, и вот уж последний звонок. Спасибо вам, Татьяна Александровна, за ваши самые первые уроки. Богат и труден, и велик наследие русского языка. Вы научили грамотными быть, уроков ваших не забыть. А к математике предмету точному вдруг оказались мы все охочи. Вам признаемся без ложной скромности, задачки щелкаем высокой сложности. Основа и опора всех без исключения наук. Добрили химию дни и ночи мы, и забывали все дела мы прочие. Порой учитель химии была строга, но не забудем мы уроки никогда. С английским мы теперь совсем на «ты», английский лоск у нас, английские черты. С английской лексикой легко справляемся, придет Обам к нам, не испугаемся. Мы физкультурника запомним навсегда, без сменки в зал он не пускал нас никогда. Прогулы, пропуски учтет решительно, и двойки к нам в журнал летят стремительно. А без казахского, мой друг, нам не прожить, здесь научились по-казахски говорить. Везде общаться можем мы, друзья, нам в этом сильно школа помогла. НВП предмет дороже был вдвойне, но на уроке были словно на войне. И в безопасности мы разбираемся, за жизнь свою теперь не опасаемся. На компьютере работать можем мы легко сейчас, что куда, для чего там, просто все теперь для нас. А школьных лет, увы, уж не вернешь назад, дадим экзамены, получим аттестат. И годы школьные для нас закончатся, но расставаться нам до слез не хочется. Не торопимся проститься, и во сто крат теперь милее нам станут образы и лица родных своих учителей. Мы бы очень хотели поздравить вас с этим праздником, а мы, в свою очередь, будем достойно идти по дорогам жизни и помнить те самые лучшие уроки, которые вы преподали нам. Спасибо вам, Дина Тукеновна, Дана Садыковна, Марина Витальевна, Любовь Александровна, Артем Анатольевич, Жанна Ивановна, Игорь Григорьевич, Лилия Геннадьевна, Галина Ивановна, Анна Александровна, Гульмира Шамилевна, Сергей Борисович, Михаил Юрьевич и Михаил Порфирьевич. Ваши уроки надолго останутся в нашей памяти. Всех работников нашей школы. Ну типа, идите куда-нибудь подарить. Типа, давайте время. Все, подарили работники. В школе директор порядка и стол, как капитан на большом корабле. Шли от уроков что польза и прок, знаний что было запасом вполне. Школьный директор, поклон вам огромный, ласка ваша, забота и труд. Только счастливой дорогой нас к счастью приведут. Уважаемая Марина Юрьевна, помните, еще совсем недавно мы стояли и отвечали в вашем кабинете за свои проступки. Только сейчас, когда все лучшие годы остались позади, начинаешь осознавать, что нам больше никогда не получать этого замечания и благодарности, и никогда не стоять виноватым видом под дверью вашего кабинета. Скажут все, самый важный учитель в жизни каждого ученика. Это классный руководитель, знают все это наверняка. В жизни всех принимали участие. Вам спасибо сказать хотим. Пожелать вам здоровья и счастья. От души вас благодарим. Вы ласковые и строгие, и добры вы изыскательные. Вы всегда за нас тревоги, наш учитель замечательный. И любому в нашем классе вы всегда помочь готовы. Пусть минует вас несчастье. Будьте вы всегда здоровы. С
Спасибо самому классному руководителю, Зильбар Ахимовне, за сердечное тепло, за великое умение видеть, слышать и осознавать все, что происходит у нас в душе. Спасибо вам за свет, которым вы заряете своих учеников. В этот час еще должны сказать о тех самых главных людях, которые подарили нам жизнь, которые помогали навсегда в учебе и просто в жизни, и еще очень долго будут помогать нам. Незримо следуют родители за нами, и в радости, и в час, когда пришла беда. Они стремятся оградить нас от печали, но мы, увы, их понимаем не всегда. Родители, без вас мы никуда, беда любая с вами не беда. А счастье так сполна, чтоб веселиться, ведь с нами долго вам еще учиться. Слово нашим родителям.